Всем привет, друзья! Добро пожаловать на ролик. Давно идут разговоры о том, что пора бы автомат понерфить. Недавно на челлендже выпало, типа, поиграй с автоматом. Я такой, ну давайте. И момент, который вы сейчас увидите в видео, в трех моментах, это я где-то автомат взял в руки вот за все свои 100 престижей. Наверное, раз шестой и там седьмой, восьмой, собственно говоря. То есть особо к нему привычки никакой нету. Особо обладание скиллом и автомата тоже нету, поэтому делайте выводы сами. Насчет вывода делайте сами, что автомат-то не требует особо скиллухи практически никакой, но при этом, как показывает себя оружие, и оно и балансное, хотя бы по сравнению с том же самым Nitro Express. Да, давайте разберем. Автомат стоит 1250, дополнительные специальные патроны ему абсолютно не нужны, ты их можешь пополнять где угодно с простых ящиков. Nitro Express стоит штуку, плюс 250 стоит патрон на кровотек, потому что только с этим патроном Nitro Express показывает себя хорошо, с обычки он обычно не шотает, а вот с кровотеком он может и шотать. Там, ну, расстояние, с которого он может шотнуть, увеличивается, и при этом пробивная способность тоже остается. Так мы получаем два оружия по 1250 с полной комплектовкой. Но к автомату ты берешь два, либо даже один, ну давайте будем искать то, что ты к автомату, чтобы подготовиться, подготавливаешься, и берешь два спарка пистолета, а это означает, что у тебя 15 патронов в обойме и 28 патронов в запасе. По сути, у тебя три обоймы полные на автомат есть. Что мы имеем при той же, при тех же деньгах, но только у Nitro Express мы имеем 6 патронов в общем. Даже при условии, что ты будешь каждым патроном попадать и убивать оппонента, тебе этих 6 патронов хватит только на 2 пачки из 3. Дальше, ну, делай, что хочешь. Это очень быстрый такой анализ. И подытожим, $1250. У тебя есть автомат, полное, единственное автоматическое оружие с хорошим прицелом, огромным боезапасом, который всегда можно пополнять. Учитывайте, что вы на автомат его крупный калибр пополняете благодаря спарка пистолетам очень много патронов. Даже с маленькой такой коробочки, которые лежат, желтая коробочка, не ящик здоровый с патронами, а такая желтая коробочка крупнокалиберки, вы оттуда вытаскиваете 8 патронов благодаря тому, что у вас есть 2 спарка пистолета. За те же деньги вы получаете очень всратый прицел, очень маленькую скорострельность, огромную отдачу, маленький боезапас и возможность, может быть, шотнешь на каком-то расстоянии Nitro Express. Ну вот, вот у вас есть $1250, и казалось бы, эти, за такие деньги две оружки должны быть одинаково по-разному хороши, но в итоге мы получаем одну очень имбалансную вещь, другая вещь вообще не стоит своих денег. Поэтому я считаю, что автомат должен быть занерфлен, либо перевести его патроны в раздел к специальным патронам, так как они сделали издальчом, хотя там изображение, как будто это средний патрон, но это специальный патрон, и его надо пополнять либо из ящика со спецпатронами, либо таскать с собой маленький ящик с патронами, который помещается вам в расходнике. Либо увеличивать его горизонтальную отдачу и вертикальную, но сделать так, чтобы с него было очень сложно стрелять. В общем, в том месте, где находится сейчас автомат, он суперкомфортный, очень имбалансный, ну и я негодую, если честно. Поэтому я вам предлагаю посмотреть очень три показательные игры. Сразу извиняюсь за качество записи. Возможно, будет пикселить. Это потому, что во время стрима я не делал запись стрима именно в своей программке, в которую записываю. А вот то, что вы видите сейчас на экранах, это я включил стрим на YouTube, который прошел, и записываю с экрана стрим. Вот, надеюсь, вы сможете перетерпеть качество, ведь главное не качество, а сам посыл в видосе. Ну, ребят, ну что это такое? Ну, посмотрите, короче. Зато где качество на максимуме, это в моем телеграм-канале, который вы найдете в ссылке в описании. Там собрано огромное хорошее сообщество, поэтому переходи, мы там общаемся, анонсы стримов, видео, розыгрыши, конкурсы, подсказки. Ну, естественно, лучшие настройки графики сразу закреплены в сообщении там. Поэтому жду, приходи, именно тебя там и не хватает золотой.
Блять, куда автомат мой делся? Охуенно. Блять, где мой автомат? I can't find my auto. What the fuck? Охуенно. Слава богу. Boys. Did you?
Автомат, блядь. Что сделаешь?